Конечно, это надо было, наверное, снимать на камеру распаковку. Но я тут как бы ела попутно. И поэтому распечатывала как есть. Спасибо, Катя. Два гелика. Я про эту фирму Mixit читала, ну, в одном сообществе ВКонтакте. Она сотрудничает с обзорщиками с iRecommende. Я чисто лазала на их сайт глянуть, что такое. Но я даже не помню уже, что я там глянула. Так вот. Тут у нас... Я еще сейчас по магниту шарахаюсь, думаю, взять что-нибудь к чаю. Потом думаю, вдруг у меня там что-то к чаю. Не буду ничего брать к чаю, у меня тут к чаю. Похвала. Или пахлава. Ну, короче, я ее всегда называю, может, как-то неправильно. Тут в косметичке было... Такой косметички. Я еще зафоткала на телефону там. О, такая прикольная косметичка. Вообще. Набор, в общем, маска. Я сначала думала, маска для лица, потом, когда увидела на базе Whiteberries, подумала, что это что-то такое для кошки. Какая-то такая лапка интересная. А оказалось, это маска для рук. Вон, с этими. Так, фокусируйся. Неудобно на руке держать и снимать. Короче говоря, это маска для рук. У меня были как-то носочки для ног. Маска. Теперь будет маска для рук. И 4 кремика в таких прикольных тюбиках вообще. Тут, короче, один с... Я забыла, чем. С коллагеном, другой там с гиалуроновой кислотой. Еще и по цвету такие. По 30 мл такие прикольные. Кажется, 30 мл так мало, они такие большущие. А мне как раз сейчас только что закончился мой самопальный крем. То ли делать самой, то ли это. Ну, заново, то ли подождать. И думаю, раз это закончился, можно тут один оставить на розовом. Я люблю вообще розу. На кухне один оставить кремик и юзать его, потому что у меня стабильно что-то крем для рук нужен. И алоэ. Так вот, то ли розу, то ли алоэ оставить. Вообще такая прелесть. Сегодня у нас 30 декабря, это вообще конкретно такой подарок к Новому году от зрителя. Зрительница еще она сказала, что она меня 7 лет смотрит, так прикольно вообще. Вот такие древние зрители, которые ну, практически с начала, когда я там стала видео снимать, это вообще так ценно. Катечка, спасибо большущее. Сегодня или завтра заюзаю. Вот это вот. Ну, кремик, наверное, уже сегодня заюзаю. Вот-а. Вот-а. Не знаю, вот тремор вот или нет. Ну, короче, вот. Такая прелесть, клевая. Сейчас буду с чаем пить эту пахлаву, пахвалу. Всем спасибо за просмотр, всем привет, я тогда забыла вначале сказать. И всем пока, и с наступающим, пусть не раздавит.